В спортивно-культурном комплексе «Союз» стартовал детский турнир по хоккею с шайбой. В нем участвует 5 команд из Тольятти, Кузнецка, Заречного и Республики Мордовия. Соревнования посвящены памяти первого главного конструктора производственного объединения «Старт» Юлия Седокова. Посоветовались с Росатомом, что у нас есть еще знаменитый земляк, чья память должна быть увековечена в городе. Это первый главный конструктор нашего предприятия Юрий Евгеньевич Седоков, один из создателей, из участников создания ядерного щита нашей Родины, который потом основал, создал, развил НИИС, научно-исследовательский институт измерительных систем в Нижнем Новгороде, который носит его имя. Турнир памяти Юлия Седокова проводится в Заречном впервые, но в планах организаторов сделать его традиционным. Оказывается, у нас в отрасли порядка 15 городов, у которых есть детские команды. И мы хотим такой турнир ежегодно проводить у нас в городе. Ну, сначала, может быть, детские команды, потом, может быть, и взрослые. Пока на лед выходят дети и в свои 9 лет показывают интересный зрелищный хоккей с множеством атак, заброшенных шайб и даже силовых приемов. Такой стала первая игра Зареченского «Атома» с «Ладой» из Тольятти. Но, к сожалению, в этом матче больше результативных атак провели гости. Со счетом 4-1 победу одержала команда «Лада» из Тольятти. Я видел, что они старались, пытались забить гол. Но вы оказались сильнее. Да. Замечаний особо нет. Я доволен своей командой. Ребят старались, но тяжело, конечно. Все думали, они слабые, но быстро догоняют. Бортуют тоже, выбивают шайбу. Даже вот со слезами больно, нам все равно стараемся. Шайбы ловим на себя. Проигрыш в первой встрече, безусловно, расстроил юных зареченских хоккеистов. Но наши ребята не собираются сдаваться. Время отыграться и даже переиграть соперника есть. Турнир продлится 3 дня и пройдет по круговой системе. Следующую игру хоккеисты «Атома» проведут с командой «Цементник» из Мордовии. Она состоится 3 декабря в 14:40. Анна Литвинова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».